дорогие садоводы-огородники, сегодня продолжаем весеннюю посевную тему. Будем сегодня сеять лук порей. Этот лук выращивается порядка 60 дней в качестве рассады. И рассадой высаживается в грунт. Пробовали в лотках. В лотках очень много места занимает. И вот нашел, увидел в интернете вот эти рулетики, улитки. Как вот попробовали землянику, закрутили. Вот смотрите, как получилось красиво. Вот. Ага. Вот. Красиво и мало места. И в то же время посеяли 3 пакета. Вот. Для нормальных, скажем так, если в лотке, то надо было 3 лотка. А у нас уже мест не хватает. Тем более в этом году тут решили посеять побольше. Вот. Поэтому решили посадить в улитки. Я посмотрел некоторые видео в интернете. Ну и тут предлагают просто или просто туалетную бумагу, или туалетную бумагу там землю потом подсыпают. Я решил сразу положить 2 слоя туалетной бумаги, а между ними насыпать питательный грунт. Подложка моя вот эта вот от укладки ламината, видите, она немножко гофрированная. С одной стороны, это очень даже удобно. В нее вот как раз закладывается земля, и она не выпадает и очень даже хорошо крепится, держится. Вот подложка, и вот смотрите, волной получается волна вовнутрь. Укладываем бумагу туалетную, дальше вода. Вот она, видите, капает, много воды не нужно, а как раз вот-вот-вот. Сейчас промочить надо бумагу как следует. Вот. Вот примерно так. Чтобы она прилипла. Дальше. И она как раз вот намокла и прилипает. Дальше вот она, земля. Ее не надо много. Так вот, как экскаватором сейчас разровняем. Так, вот эти камушки выбрать все. Так, дальше нам нужно посеять семена. Для этого вот надо капнуть водички, капельку, две. Берем дальше зубочистку или вот палочка для канапе, что-то такое с острым кончиком. И вот дальше мучим. И сантиметр от края. Опа. Сантиметр между ними. Даже 2 семечки попало. Ну, где-то так. Может быть, если чаще попадет, ничего страшного. Семена, как правило, у лука обычно не все входят. Иногда бывает, что... Поэтому, если там 2 семечки попало, сильно не расстраивайтесь. Потом можно будет продернуть. И по такому принципу сеем до самого конца. Дальше. Посеяли до конца. Дальше берем опять эту бумагу туалетную. Так, накладываем. Главное, чтобы краешки совпали. Сейчас опять промачиваем. Здесь уже мочим хорошо. Но грязь разводить не нужно. Сразу предупреждаю. Нужно, чтобы было влажно, но без грязи. Все, и вот скручиваем в рулончик. Опа. Я даже встану, чтобы не было видно край. Сильно давить не нужно. Да, скручиваю без усилий. В то же время бумага, тут внутренний слой немножко гофры идет, как раз хорошо. Получается. И когда будет подниматься влага по туалетной бумаге, ее все-таки будет достаточно много, чтобы подняться. Ну вот получился рулончик, посмотрите какой. Вот видите, здесь когда лук начнет прорастать, очень даже почти 3 миллиметра расстояния. Я думаю, он хорошо вылезет. Ну, посмотрим. Так, ну и остатки мы отрезаем. Ненужные. Вот так вот. Все это не нужно. Здесь одеваем резинку.
ставим в пакетик, чтобы не потеряться. Вот, видите, что получилось? И ставим в контейнер. Ну и вот, все, что получилось у нас, сложили и накрываем пакетом, делаем маленькую тепличку, ну, парниковый эффект. Все. И как видите, лук-порей, который мы сеяли, зашел. И вот так выглядят сами всходы в улитке. Прошло уже 12 дней, даже меньше 2 недель. И посмотрите, он вошел как щеточка. Вот два рулончика мы делали. И в этой улитке он будет расти вплоть до пересадки его в грядку. Способ оправдал все наши ожидания. Все очень просто. Взошел лук меньше, чем через неделю. По-моему, все замечательно. И сейчас вы можете наблюдать, как выглядит лук-порей спустя еще 2 недели. А что мы будем делать с ним дальше, вы можете увидеть в следующем видео. До свидания!